Приветствую всех всем на канале, и сегодня мы с вами будем заниматься тюнингом москвича. Начнем со сборки. Опять же, купил на разборке автомобиль по дешману, по низу рынка, и будем его с вами ремонтировать. Он в ужасном разбитом состоянии. Начнем с ходовой. Снимаем колеса. В принципе, до конца ретро-гаража осталось несколько серий, и больше на моем канале его не будет, так как видео набирает мало просмотров, эта рубрика не пользуется популярностью на моем канале, и мне придется ее закончить. Но не зря же мы уже роликов 25 отсняли по этой серии, по этой рубрике, и нельзя же останавливаться, не достигнув ничего, поэтому соберем полностью всю коллекцию. Почему играю на старой версии игры? Потому что пару серий у меня, конечно, по новой есть, но почему не играю по... Ну, почему играю на старой-то? Ответ прост. Играю на старой, потому что скачал на другом устройстве новую версию, у меня все сбросилось, и сейчас бы не хотелось из-за того, чтобы получить АКУ, то вот риски 50 на 50. То есть, либо у меня будет АК, либо у меня будет все с самого начала. Ладно, поэтому будет у нас без АКИ, но коллекцию мы все соберем, и на этом замечательном моменте мы закончим эту рубрику. Ладно, пока мы тут болтаем, я собираю ходовую. Так, нет. Да, передний амортизатор ставим. Так, у нас в плохом состоянии пружины. Их ставим новые и ставим аккумулятор. Так, задние амортизаторы. Так, и прикручиваем колеса. Так, заднее колесо. Так, и еще одно. Супер, ходовая у нас готова. Переходим к внешке. Вот у нас классический москвич. Седан. Так, снимаем двери. Тут, кстати, тоже днище в хорошем состоянии. Не знаю, почему мне так попадается. Ну, вот как-то так. Ладно, снимаем все и вся. Переднюю панель и зад. Так, багажник. Задняя панель, нужен снять задний бампер. Снимаем и ставим... Так, снимаем крышу. Давайте отремонтируем. Да, крыша у нас отлично отремонтировалась. Так, задняя панель. Бампер. Я помню, давным-давно в этой игре нельзя было сломать деталь, но сейчас при ремонте автомобиля в некоторых ситуациях у нас деталь выходит из строя. Так, закручиваем двери. Не, конечно, если... вам нравится эта рубрика, оставьте комментарий, поддержите видео лайком, чтобы я это увидел, я этого понял. Так, ну а так, в основном на моем канале тогда будут выходить ролики по Simple Car Crush, обновления различные, игр, в основном Grand Truck Simulator и Pickup, Light Truck Simulator у меня будет выходить, и совсем скоро появятся новые видео по другим играм, я планировал их выложить. Вот. Недавно начал карпаркинг снимать. Не знаю. Вроде по просмотрам пока что нормально идем. Ладно, продолжаем собирать пикап. Пикап. Продолжаем собирать наш москвич. Немного ушел от темы. Так, стекло у нас есть одно. Но... Ладно, чтобы не путаться, купим просто все стекла. Так, чего у нас не хватает? Капот. Так, стекол у нас нет. Ну, давайте поставим. Ветровое заднее стекло и капот. Ну, так вот у нас выглядит, и чего-то опять не хватает. Так, покупаем интерьер и ставим его. Все, ребята, машина наша готова. По поводу цвета буду красить, наверное, какой-нибудь яркий, необычный. В принципе, пробовал, мне машина понравилась. Будет у нас, как всегда, хром. И давайте цвет... Какой-нибудь такой фиолетовый у нас будет. Вот, потемнее, вот так вот, чтобы хамелеон был у нас. А, так.
тон, ну, черные колеса и так, и тонировочка на 13. Самая, как по мне, нормальная тонировка в этой игре. Так, переходим теперь к покраске баллончиком. Тоже хочется что-то сделать поприкольней. Черный цвет крыши, наверное, тоже покрасим. Ну и, в принципе, выглядит неплохо. Давайте посмотрим, как будет выглядеть на улице. Так, заспаунили, сейчас у нас все прогрузится. И вот так вот выглядит наш москвич.